Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Федорова. Сегодня буду показывать вам, как сделать пикировку рассады в пеленке. Вот у меня как раз здесь есть такая рассада. Осталась это рассада бархатцев. И вот на ней как раз я вам сейчас покажу. Так, приготовлю несколько сеянцев сразу, тех, которые покрупнее. Так, это высокорослые бархатцы, поэтому они такие большенькие. Нынче много бархатцев насажала, теперь не знаешь, куда их девать. Ну вот, посажу их в пеленки, заодно покажу, как это сделать. Я думаю, что уже большинство зрителей знают, как это делать. Ну, кто не видел, вот посмотрите. Процедура эта не очень ловкая, как я бы сказала. Показывают, что вот, мол, типа очень удобно. Нет, здесь тоже не очень удобно. В общем, берем пакетик, обычный, какой есть. Здесь тоже надо проявить некоторую такую сноровку. Земля должна быть, ну, достаточно влажной, мокрой. Так, насыпаю сюда. Не на самый край, а вот столько, сантиметров 5-7, наверное, примерно отступив от края. Чуть-чуть надо все-таки подравнивать. Не сказала бы, что он такой прямо удобный способ. Но в отсутствии стаканчиков можно обойтись и пеленками. Но я считаю, что это... Только для этого можно применять, когда не хватает стаканчиков. Так, подворачиваю. Лишний край тоже подворачиваю. Ну, такая получается, такое как бы пеленание. Вот таким образом управляю тут все. И этот краешек сюда. Вот так вот. Так, придерживаю. И вот таким образом все это дело... заворачивается. Вот. Все. Вот такой получился как бы стаканчик из пакетика. Немножко земли подсыпать, если нужно. Так. Все. Можно даже еще чуть-чуть. Потом, когда будешь поливать, земелька примнется, можно будет еще добавлять. Вот этот край я не скрепляю ничем. Ну, можно его скрепить скотчем. Но я не скрепляю, они как-то и так не разваливаются. Чуть-чуть подлить, если нужно. И все. Куда-нибудь их, какую-нибудь посуду. Все, сейчас все точно так же буду сидеть и закручивать. Вот так все это сделала. Не так уж долго, буквально вот время засекла, 5 минут на это ушло, и я это все накрутила. Поливаешь сюда просто из бутылочки там или из какой-нибудь поливалочки. Растут нормально. Так же, как и в стаканчиках, в принципе, растут хорошо растения в таких вот накрученных пеленках. Ну, просто мне не очень нравится этот метод, потому что все равно земля, когда ты крутишь, земля все равно высыпается, это все не очень ловко. Ну, смотрите, кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки. И так я буду знать ваше мнение. Ну, все, дорогие мои зрители, желаю вам красивых цветов и хорошего настроения.